Их профессия всегда была одной из самых важных и необходимых. В непростое время борьбы с коронавирусом, когда в помощи изо дня в день стали нуждаться сотни тысяч людей по всей стране, врачи проявили себя как герои. В 2020 году указом президента были учреждены государственные награды Российской Федерации – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Сотрудники Щелковской областной больницы стояли на передовой с самого начала болезни и продолжают по сей день. Их труд не остался незамеченным. 11 сотрудников были награждены за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Абсолютное счастье, конечно, для любого врача получить такую высокую награду. Я считаю, что мы все абсолютно, каждый медик, который работает, заслуживает такой награды. Благодарность за то, что оценили наш нелегкий труд, и действительно вклад, и это очень приятно. Врачи Щелковской областной больницы второй год награждаются орденом, который носит имя русского хирурга, ученого и педагога. Николай Иванович Пирогов считается основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины. А вторая государственная награда названа в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, также выдающегося хирурга. Щелковские медики впервые были награждены этой медалью. Гордость за коллег, гордость за то, что этот труд, который у каждого из нас, и в частности у награжденных, отмечен самыми высшими наградами сейчас в медицине, орденом Пирогова, медалью Луки Крымского, абсолютно заслуженная для коллег награда для каждого из них. Каждый из них в красной зоне при начале ковида, при его продолжении сейчас, когда идет пандемия, проявили себя знающими, грамотными специалистами в первую очередь. За верность долгу и силу духа. Надпись в центре медали. Она так точно отражает те качества, которыми наделены люди в белых халатах, для которых быть врачом не просто работа, а долг. Они преданы своему делу, несмотря на все трудности. По сей день работаем и сражаемся с этой болезнью. Есть врачебное выгорание медицинское, и все сложнее и сложнее становится помогать и спасать людей. А что нам помогает? Ну, как всегда, мотивация на успех, желание спасти, помочь. Это все внутри зажигает, и мы стараемся вставать и идти. Их призвание – помогать людям, защищать здоровье человека, спасать жизни. Переоценить труд медицинских работников невозможно. В этом году орденом Пирогова были награждены 6 врачей Щелковской областной больницы, медалью 5 сотрудников учреждения. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.